Получасовой фильм нельзя вместить реальную биографию крупного политика. Можно только подвести нравственные итоги этой биографии. У меня в руках коробочка с DVD-диском, на котором записаны фильмы о величайших тиранах 20-го столетия. Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Брос Тито и Бенито Муссолини. Непонятно, как в этот список попал Брос Тито, при котором югославы свободно перемещались по всему свету, свободно жили и работали на Западе и добровольно возвращались в свою якобы несвободную Югославию. Но зато не попал Пол Пот, за 3 года мотыгами, можно сказать, вручную уничтоживший 30% населения Камбоджи. Но самым странным нам представляется не это. Странно, что среди этих имен нет имени нашего героя. Весьма странным представляется то, что и спустя без малого 20 лет, прошедших со дня падения коммунистической диктатуры, на вершину рейтингового листа величайших злодеев так и не попал человек, положивший начало одному из самых омерзительных режимов в истории человечества. И имя его — Владимир Ленин. В имени Ленина все миф, начиная с имени. Он звался Ульянов, подписывал людоедские декреты как Ульянов Ленин. Но аббревиатура его партийного псевдонима, под которым он вошел в историю, Владимир Ильич Ленин, звучит как ВИЛ. ВИЛ – это имя одного из зловещих темных божеств Вавилонского пантеона. Миф о Ленине начинали создавать еще при его жизни. «Самый человечный человек» – так звучало самое расхожее клише советской «ленинианы». Или вот тоже хороший титул «Друг детей». Что ж, миллионы русских мальчиков и девочек могли бы поблагодарить друга детей за свое счастливое детство, организованное вождем мирового пролетариата, но умерли от им же организованного голода. А вот у Володи Ульянова детство было вполне благополучное и счастливое. У его семьи не было причин таить обиды на русское государство, которое в зрелом возрасте вождь российских коммунистов столь страстно ненавидел. Например, отец Владимира Ильича Илья Николаевич Ульянов служит характерным примером того, кем мог стать способный выходец из низов в тех условиях, которые существовали в тогдашнем русском обществе. Ульянов Илья Николаевич. Годы жизни. 1831-1886. Русский педагог. Отец Ленина. С 1869 года инспектор, а затем с 1974-го директор народных училищ в Симбирской губернии. Характеризовался как набожный, законопослушный, чрезвычайно трудолюбивый чиновник. Много сделал для народного образования. Дослужился до генеральского чина действительного статского советника, что давало его семье право на потомственное дворянство. Между тем, отец же Ильи Николаевича, Николай Васильевич Ульянов, был всего лишь сыном крепостного. Достоверные сведения о его национальности отсутствуют, предположительно, русский или чуваш. Николай Васильевич был женат на дочери крещенного калмыка Анне Алексеевне Смирновой. Впоследствии Владимир Ильич заклеймит Россию как тюрьму народов. Интересную тюрьму, получается, организовали русские цари, если учесть, что и по матери Владимир Ильич не принадлежал к титульной нации имперского государства. Ленинские родственники по матери, бланки, были крещенными евреями. Дед Ленина по матери звался Сруль, или в литературной традиции Израиль Мовшевич Бланк. В крещении он был наречен как Александр Дмитриевич Бланк. Сруль Мовшевич крестился в Петербургской церкви святого Самсония перед поступлением в медико-хирургическую академию. Не был религиозным ортодоксом и прадедушка Моисей, уроженец города Староконстантиново. При Александре I он 10 лет судился с еврейским обществом Староконстантиново, облыжно обвинявшим его в умышленном поджоге города. В реальности же Моисей Бланк шантажировал своих единоверцев, уклонявшихся от регистрации своих новорожденных детей в так называемых ревизских сказках. А позднее, при Николае I, крестившись с именем Дмитрий, он писал царю доносы на нелояльность своих соплеменников. В империи Николая Павловича, да и в последующие царствования, ограничения на профессию существовали, но они носили вероисповедальный характер, ибо в соответствии с верой определялась вероятная лояльность христианскому государству. Ограничения этнического или расового характера отсутствовали. Александр Бланк благополучно служил казенным врачом, нажил немалое состояние и сделал неплохую карьеру, дослужившись до статского советника, что давало ему право на личное дворянство. Мать Марии Александровны, Анна Григорьевна Госкопф, имела шведско-немецкие корни.
Несложно догадаться, что в семье Ульяновых именно усилиями Марии Александровны поддерживался особый пиетет перед немецким порядком и аккуратностью. Несмотря на то, что Ленин, безусловно, был человеком русской культуры, знавшим жизнь русской провинции, но к России, по всей видимости, не испытывал горячей любви, предпочитая западную духовную и бытовую культуру. Вероятно, именно ей мы обязаны милой ленинской привычке говаривать при случае, что русский человек – плохой работник. Или что потри хорошенько дельного русского человека и найдешь немца или еврея. Русскость Ленина – это один из устойчивых коммунистических мифов. Реальный Ленин – это полное воплощение интернационала. Человек, чуждый кровным привязанностям и национальной культуре. По отцу он и русский, и чуваш, и крещеный калмык. По матери – Марии Александровне Бланк. Он и швед Грошопф, и немец, находящийся в родстве с будущим выдающимся генералом гитлеровского вермахта Карлом Экхартом Мантейфелем и фельдмаршалом Вальтером Моделем. Поскольку мы начали наш рассказ о Ленине с пролога о величайших диктаторах и палачах 20-го столетия, то отметим такой факт, что ленинские суждения о русском народе весьма родственны тому, что говорил о русских в своей программной книге другой, не менее великий диктатор и не менее кровавый палач. Тот самый Гитлер, которому в весьма высоких чинах служила немецкая родня вождя российских большевиков. Разница между этими диктаторами заключается только в том, что Адольф Гитлер совершал свои преступления против человечества во имя процветания немецкой нации, а Владимир Ильич провозглашал целью своих сомнительных трудов торжество некоего интернационального сообщества. Если бесноватый фюрер был отцом идеологии нацизма, то есть право одной, якобы избранной нации доминировать над прочими народами, то в таком случае созданную Лениным и Марксом идеологию, отрицающую право любой нации на самобытное существование ради сотворения в некой абстрактной интернациональной общности, следует именовать интернацизмом. И следует заметить, что заблуждения симбирского дворянина Ульянова по масштабам злодейства ничуть не уступают заблуждениям баварского архитектора-недоучки. Стоит вспомнить и то, что в младенчестве Володя Ульянов рос неврастеничным ребенком. Ходить он начал в 3 года. Нередко с ним случались истерические припадки. А однажды, как отмечают биографы, в ответ на замечание о том, что он редко посещает обязательные для ученика гимназии церковные службы, Володя с ревом сорвал с шеи золотой нательный крестик. В 1879 году Володя Ульянов поступает в первую симбирскую гимназию, директором которой был близкий друг семьи Ульяновых и подчиненный по службе Ильи Николаевича Федор Михайлович Керенский. Вот так причудливо тасовалась колода действующих лиц великого русского погрома. Федор Михайлович приходился родным отцом будущему министру-председателю Александру Федоровичу. Именно его рукой в гимназический аттестат Володи будет поставлена единственная четверка по логике. Но именно он же даст брату казненного государственного преступника и террориста Александра Ульянова положительную дисциплинарную характеристику, которая откроет перед ним путь к университетскому образованию. В этой же гимназии будет учиться и его сын Александр Федорович Керенский. В 17 году Александр, подчиняясь плану своих высоких зарубежных покровителей, будучи военным министром, а позднее и министром-председателем, сделает все необходимое для того, чтобы, инспирировав так называемый Корниловский мятеж, вооружить незаконные вооруженные формирования Ленинской партии, так называемую Красную гвардию. А в октябре того же года, запланировав все попытки сопротивления большевистскому перевороту, его вовсе сдаст власть в руки бывшему ученику собственного отца, кому было определено завершить уничтожение русского государства. Кстати, Владимир Ильич, в свою очередь, сделает все от него зависящее для того, чтобы ушедший с политической арены Александр Федорович, в течение первого послереволюционного полугодия проживавший на подконтрольной большевиками территории, не подвергался преследованию со стороны победивших большевиков. Несмотря на четверку по логике, в 1887 году Владимир Ульянов окончил гимназию с золотой медалью. На тот же год приходится арест и казнь его старшего брата Александра в связи с покушением на царя Александра III. «Мы пойдем другим путем» – это знаменитая ленинская фраза, якобы произнесенная им 8 мая 1887 года, день казни Александра, стала неотъемлемой частью советской мифологии. Этот факт не нашел своего документального подтверждения.
Дело в том, что даже в студенческие годы Владимир Ульянов серьезной политикой не интересовался. Его отчисление с Казанского университета и ссылка в родовое имение Кукушкина за участие во вполне рядовой либеральной сходке было не следствием особой политической опасности студента Ульянова. Это была предосторожность полиции, вызванная наличием в семье казненного террориста. И даже по выпуску из университета в революцию Володя Ульянов, обчитавшийся в ссылке марксистской литературы, в те времена особо незапрещаемы, не пошел, а отправился в город Самару, где в 1892 году поступил в должность помощника присяжного поверенного, то есть в адвокатуру. Для адвокатской карьеры у юного помощника присяжного попросту не хватило способностей, и виноват в крахе его карьеры был не казненный брат, а банальное неумение логически мыслить, та самая четверка по логике, которую влепил ему в блестящий аттестат друг семьи Федор Керенский. Тогда как адвокат на следственном процессе – это именно человек, умеющий строить безукоризненные логические цепочки. И вот только ощутив карьерную бесперспективность, не сумев сделать себе имя на путях созидательных, Владимир вступает в стан разрушителей. Это весьма импонирует его амбициозной матери Марии Александровне. Управляя весьма приличным семейным капиталом, она щедро финансирует новоявленного революционера. В 1894 году он едет в Петербург, где создает собственный марксистский кружок, который спустя два года сливается с марксистской организацией Цедербаума Мартова. Это был так называемый «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Мартов Лев. Настоящее имя и фамилия Цедербаум Юлий Осипович. Родился 12 ноября 1873 года. Скончался 4 апреля 1923. Российский политический деятель. Марксист. Один из основателей российского социал-демократического движения. Видный деятель российского и международного рабочего движения. В советской исторической мифологии основателем марксистской партии в России принято было считать Владимира Ильича. Но реальным создателем и Союза борьбы, и унаследовавший ему РСДРП был именно Цедербаум. Впрочем, в 1898 году в Минске на Первом съезде не было ни того, ни другого, поскольку оба отдыхали в сибирских ссылках, и главную роль играли представители бунда. Участники первого учредительного съезда РСДРП: Степан Радченко, Александр Вановский, Павел Тучапский, Борис Эйдельман, Казимир Петрусевич, Шмуэль Кац, Аарон Кремер и Абрам Мутник. Первый состав Центрального исполнительного комитета: Радченко, Эйдельман, Кремер. Пока эти, по-своему замечательные друзья народа, создавали партию, Ленин в Шушенском поправлял здоровье. Мало того, что сегодняшние саяны — это общепризнанная туристическая мекка, но Владимир Ильич не страдал и отсутствием аппетита. По словам Крупской, пребывая в Шушенском, Владимир Ильич в течение недели съедал целого барана или четверть говяжьей туши. К тому же он пробавлялся охотой. Однажды весной, охотясь на лодке на затопленных половодьем берегах, Владимир Ильич наткнулся на островок, где спасались от наводнения зайцы. Дед Мазай, как известно, ушастых спас. А вот главный гуманист всех времен и народов перебил их прикладом ружья и так нагрузил лодку-душегубку, что едва не потонул при возвращении. Может быть, на островке не хватило 5 или 6 зайцев, чтобы его кровавое имя никогда не было вписано в русскую историю. О гуманных условиях ссылки говорит и тот факт, что именно в Шушенском Ленин становится реальным идеологом нового марксистского течения. Именно в Шушенском зарождается так называемый марксизм-ленинизм. Следует напомнить сегодняшним коммунистам, что термин «ленинизм» присвоен ленинскому учению не последователями Ильича, а как раз одним из его главных оппонентов – Мартовым, вместе с которым он основывал «Союз борьбы». Это в советское время ленинизм определялся как творчески развитой марксизм, адаптированный к эпохе империализма. Мартов же ввел термин «ленинизм» как обозначение авантюристических, бланкистских и даже квази-якобинских взглядов и методов на теорию и практику революции. Примерно так же оценивали ленинизм и тогдашние русские философы немарксистских течений. По словам Бердяева, в отличие от Плеханова, теоретика марксизма, Ленин был теоретиком революции, а революция для него являлась средством захвата политической власти в целях осуществления коммунистического эксперимента. Если точнее, Ленина интересовала именно личная власть.
На протяжении всей предреволюционной деятельности Ленин преуспел только в одном – в захвате власти над РСДРП. К примеру, знаменитая «Ленинская правда» в реальности была создана Львом Давидовичем Бронштейном Троцким в 1908 году. И только с 1912 года, уже будучи раскрученным брендом, перешла под управление Ленина. Деятельность Ленина во весь период эмиграции получила сходную оценку людей весьма несходных взглядов. Лев Троцкий охарактеризовал ее как «дрянная склока», которую систематически разжигает сих дел мастер Ленин. Создатель постоянной склоки в партии, так охарактеризовал его вполне прореволюционный писатель Максим Горький. Практически нулевым был вклад Ленина в организации так называемой «Первой русской революции». Как мы сегодня знаем, истинным инициатором революции явился самый результативный конспиролог 20-го столетия, крупнейший американский банкир Якоб Генри Шиф. Его союзниками выступили спецслужбы и правительства всех без исключения ведущих держав тогдашнего мира и, в первую очередь, правящие круги Британии. Не экономическая отсталость и положение рабочего класса, но бурный экономический рост империи Николая II были истинной причиной навязанной из-за рубежа революции. Через главу японской агентуры полковника Акаси американские и английские деньги подпитывали весь без исключения спектр российских политических партий. Роль Ленина в революции 5-го года была столь незначительна, что даже советские учебники не могли набрать более страницы подходящего материала. Главными распорядителями денег, выделенных на финансирование экстремального крыла тогдашней оппозиции, были Александр Израилевич Гельфанд-Парвус и Лев Давидович Бронштейн-Троцкий. Именно они создали Петросовет, наиболее опасный рычаг, имевшийся в руках врагов русского государства. Более того, видимо, сознавая свою полемическую слабость, после выхода манифеста от 17 октября Ленин сознательно отказался от легальной политической деятельности и призвал к бойкоту выборов в Государственную Думу. Зато уже находясь в уютном и вполне безопасном финском полузарубежье, в период Престинского восстания он активно рекомендовал самые кровавые формы борьбы. Одни сейчас же предпримут убийство Шпика, взрыв полицейского участка, другие – нападение на банк. Находясь с 1906 года в эмиграции, Ленин не мечтал ни о возвращении на родину, ни о сокрушении власти императора, зато он активно борется за узурпацию внутрипартийной власти. Деньги на поддержание буржуазного образа жизни у него были, а партийная власть давала ощущение собственной исключительности. Впрочем, власть над партией не была пределом ленинских мечтаний. В августе 2014 года, едва грянули первые залпы Великой войны, Ленин выдвигает чудовищный лозунг пораженчества и превращения войны империалистической в войну гражданскую. Следует сказать, что хотя личную ответственность за всеевропейскую бойню, приведшую к гибели трех ведущих христианских империй Европы, несут кайзер Вильгельм II и престарелый император Австро-Венгрии Франц Иосиф, реальным заказчиком трагедии был американский банковский капитал, благодаря предательству президента Вудро Уильсона, захватившей финансовую власть над североамериканскими Соединенными Штатами. Ленинский тезис «пораженчество» почти дословно совпадет с тем сценарием, который будет разработан истинными творцами войны и революции в отношении России. Эта программа станет актуальной к исходу победоносного для России 16-го года. Именно это совпадение ленинской программы с программой реальных заказчиков и войны и революции в конечном итоге и поставит Ленина на самую вершину антирусской диктатуры. Тем не менее, обратим внимание и на то, что во всех других случаях Ленин не отличался качествами пророка. Так, в начале зимы 17-го года, выступая перед молодыми партийцами в Цюрихе, он говорит о революции в России как о крайне маловероятном событии. Этот в ту пору 47-летний человек говорит о возможной русской революции как о событии, до которого его поколение революционеров явно не доживет. Говорил он это, находясь в Цюрихе. А до революции оставалось не более одного месяца. Он не сумел предсказать февраль, но, как мы видим из нашего далекого будущего, его представления о перспективах мировой революции были, к счастью для человечества, столь же ошибочны. Мы не знаем, никто не знает,
Может быть, это вполне возможно. Она победит через несколько недель, даже через несколько дней. И когда она начнется, нас не будут мучить наши сомнения, не будет вопросов о революционной войне, а будет одно сплошное триумфальное шествие. Вдумайтесь в эту фразу. Она говорит о том, что Ленин чувствует себя участником чужой игры, и масштабы этой игры выходят за рамки его представления о политической реальности. И это вполне естественно, если правильно понимать место Ульянова Ленина в трагических событиях, приведших к разрушению России в начале 20-го столетия. Как мы уже говорили, главными игроками в первой революции были Гельфанд Парвус и Лев Троцкий. События февраля 17-го организованы генералом Алексеевым и Керенским. Финансирует все деяния американский банкир Якоб Генри Шиф. В марте 17-го, снабдив Ленина отмытыми через германские банки американскими же деньгами, его снова используют вовсе не в качестве самостоятельной фигуры. Ленин и его партия используются лишь в качестве оболочки, позволяющей только в первые месяцы революции осуществить инфильтрацию 10 тысяч возглавляемых Троцким международных авантюристов. Да и в дальнейшем Ленин не более чем псевдорусская ширма, прикрывающая деяния Троцкого и Свердлова, истинных творцов русского Холокоста. Однако к исходу лета 18 года надобность в Ленине отпадает. Военная власть в руках Троцкого, партийная власть в руках Свердлова, Ленин, будучи великим мастером партийной интриги, чувствует угрозу и в противовес назначенцам Якоба Шифа создает в партии условно-русскую группировку, главной действующей фигурой в которой становится Иосиф Сталин. Ради власти Ленин идет и на сепаратное, независимое от Троцкого и Свердлова, сотрудничество с германским дипломатическим ведомством. На этом этапе Ленин начинает откровенно мешать истинным хозяевам положения. Реакция последовала незамедлительно. Так называемое покушение на заводе Михельсона было как раз попыткой Свердлова совершить внутрипартийный переворот и захватить власть и над партией, и, как следствие, над Россией. На наше счастье, Ленин уцелел. На наше счастье, потому что мы должны давать себе отчет в том, что кровавая диктатура Ленина померкла бы перед возможными подвигами Свердлова. Единоличным своим решением председателя в ЦИК только на Дону и только в рамках пресловутого декрета о расказачивании, истребившего 1,5 миллиона стариков, детей и женщин. К этой же внутрипартийной борьбе относится и предшествовавшее покушению на Ленина убийство Блюмкиным германского посла Мирбаха. Официально Блюмкин числился левым эсером, но после подавления левоэсерского мятежа, прологом к которому и было убийство Мирбаха, не только не пострадал вместе с другими лидерами эсеров, но как раз наоборот, открыто перешел в личную номенклатуру Льва Давидовича. Секрет блюмкинского выстрела несложен. Провоцируя эсеров, он одновременно решал важную внутрипартийную задачу. Деньги, которые Ленин использовал для организации переворота, имели американское происхождение. Но он-то получил их из немецких рук, а у погибающей Германии были иные интересы, нежели у побеждающих американских банкиров. Выстрел Блюмкина разрушал сепаратные игры Ленина с германским генеральным штабом. В ходе гражданской войны Ленин выдвигает программный тезис о возможности победы и построения социализма в одной, противопоставленной всему остальному человечеству, стране. Ленину не нужна мировая революция. Подобно Цезарю, он предпочитает быть первым в провинции, нежели вторым в Риме. Это тот же выбор, что и в предреволюционные годы, когда он вполне довольствуется комфортом европейского буржуа под острым соусом главенства в экстремальной квазиреволюционной партии. В итоге личные амбиции Ленина, не желающего быть подобно Троцкому простым исполнителем при американских банкирах-заговорщиках, сделают его борьбу с Троцким перманентной. Именно это и только это предотвратит окончательное уничтожение России в огне, запланированной хозяевами Троцкого мировой революции. Победителем же из их борьбы, которая будет протекать до самой смерти Ленина, выйдет третье лицо – Иосиф Сталин. Но это уже другая история.
Если при жизни из фигуры Ленина делали политический миф, то по смерти вокруг него попытались соорудить вполне религиозный культ. И от этого культа омерзительно запахло вульгарным сатанизмом. Сегодня, опираясь на скудные познания в египтологии, почерпнутые из школьного курса истории, мы привычно говорим о мумии Ленина. Но пирамида на Красной площади не египетская, а вавилонская, усеченная. И помещенный в нее препарированный труп должен называться не мумией, но Терафимом. Терафим Вила, вавилонского божества, о котором мы говорили в начале, как раз и приготавливается из головы рыжего мужчины, помещенный в хрустальную банку. История – это наука о прошлом. Памятников Гитлеру нет. Злодеи, даже великие, не заслуживают памятников. Гитлер, сожженный и развеянный по ветру, давно стал этим самым прошлым. Памятники Ленину стоят до сих пор. Есть о чем задуматься.